World Cosplay Summit – настоящая феерия, незабываемое событие для любителей косплея всего мира. Участники из многих стран каждый год летом собираются в японском городе Нагоя для того, чтобы окунуться в атмосферу волшебного праздника, когда целый город превращается в карнавал, где можно встретить самых разных персонажей из самых разных аниме, манги и видеоигр. World Cosplay Summit проходит с 2003 года и с каждым годом становится все круче, ярче и интереснее. В 2007 году на WCS встретились участники из 8 стран, в 2009 их было уже 15, а в 2011 косплееры из 17 стран мира встретились на красной ковровой дорожке фестиваля. WCS доказывает, что косплей уже не просто несерьезное увлечение, как могут считать некоторые, а события, собирающие многотысячные залы, толпы репортеров и внимание всего мира. Можно ли себе представить, чтобы где-нибудь еще целый город на несколько дней превращался в костюмированный праздник, где даже мэр города надевает непривычный для него костюм героя аниме и фотографируется вместе с другими персонажами? Попасть на WCS, а тем более поучаствовать в нем, мечта любого косплеера, и теперь эта мечта может стать реальностью. В 2012 году, в год десятилетия World Cosplay Summit, впервые в истории фестиваля Россия в числе участников. На японских форумах волнение, и теперь самое главное для российских косплееров – попасть на WCS и показать всему миру, чего стоит российский косплей. Отборочный тур состоится 15 апреля в концертном зале Измайлова на фестивале Хиноде.